Не будет преувеличением сказать, что земельный вопрос для России – это вопрос жизни и смерти. В минувшем столетии, по сути, именно этот нерешенный вопрос дважды приводил к революции. Земля для нас – это все. Это жизнь, земля. Это хлеб, это еда. Без земли мы никуда. Принятый в прошлом году земельный кодекс регулировал только городские и так называемые промышленные земли. Вопрос же о сельскохозяйственных землях опять остался нерешенным. Везде, во всех странах мира, это особый порядок регулирования земель сельхозного назначения, потому что они требуют, скажем так, защиты со стороны государства. Потому что, потеряв земли сельхозного назначения, можно потерять в том числе и продовольственную независимость. В марте этого года правительством был внесен в Государственную Думу законопроект об обороте сельхозземель, разработанный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Главная цель этого закона все-таки, с одной стороны, сохранить права тех собственников, которые за 10 лет реформ создались. Если говорить о частных собственниках, то их 12 миллионов граждан Российской Федерации. И второе, конечно, очень важно сохранить сельскохозяйственное производство и сделать так, чтобы земля была через оборот сосредоточена у эффективных собственников, чтобы она концентрировалась именно у тех сельхозпроизводителей, которые работают эффективно. Законопроект предлагает признать землю товаром, но особого назначения, и разрешить ее купли-продажу только под контролем государства. А оборот приграничных земель, как стратегически важных, для иностранцев и вовсе запретить. К землевладельцам же будут предъявлены жесткие требования. Использовать свои участки эффективно и только по назначению. В случае, если собственники не используют землю по назначению или должным образом, она будет через судебную процедуру у таких собственников отчуждаться. И это правильно, потому что тебе землю сельхозного назначения дали для того, чтобы ты не свалку там организовывал, а для того, чтобы ты пахал, сеял, производил продукцию. Безусловно, законопроект учитывает национальные традиции и особенности хозяйства каждого из регионов нашей страны. Скорее всего, закон об обороте сельскохозяйственных земель будет принят Государственной Думой в эту весеннюю сессию. Принятие закона об обороте сельхозземель должно наконец-то вывести из риторической области этот вечный для России вопрос. Наталья Щербакова, Федор Калугин, Игорь Яшин для программы «Колхоз».